В этот теплый весенний день я шла по городу и наслаждалась ласковыми лучами солнца, видом первой сочной зелени, шумом машин, перебиваемым радостными трелями птиц и веселым смехом прохожих. И вдруг ощутила чувство счастья. Все возвращалось к прежней привычной жизни. И для полноты счастья я зашла в свое любимое кафе. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые прекрасные на свете зрители! Весна наступила так резко, сегодня 30 градусов жары. Ну и я решила, что просто необходимо снять видео про весну. Сегодня 30 градусов жары. И после такой тяжелой зимы, после болезни, плохого настроения, решила оторваться, дорогие друзья.